Это программа «День с толком», в студии Андрей Дрейер. О самых значимых темах недели расскажем в этом выпуске. С понедельника ушел из жизни человек эпоха, ушел трагически. По официальной информации, отравился угарным газом. Александр Назарчук, председатель алтайского парламента конца 90-х, начала нулевых годов. Экс-министр сельского хозяйства России. 3 февраля в здании КЗС состоялась гражданская панихида. Александр Григорьевич был прямым, жестким и честным, решительным человеком. Так характеризуют его бывшие коллеги. И хотя в последние годы политикой не интересовался, болел душой за будущее региона. Своими воспоминаниями об Александре Назарчуке с нами поделились те, кто его знал лично. Я думаю, что человека такого масштаба и уровня федерального, и регионального уровня, такого руководителя в крае, наверное, еще не было. А если и были, то совсем немного таких людей. Но перед памятью Александра Григорьевича я, конечно, хотел выделить его человеческие качества. Он был очень настойчивый человек, добивался всегда поставленной цели. И в общении с таким человеком не могло быть каких-то споров, не возникать каких-то споров, конфликтов. Но это никогда не отражалось на его отношении к людям, на товарищеских взаимоотношениях, доверительности общения. Мне довелось с ним бывать в разных ситуациях и в периоды политических кризисов, и в сложных жизненных ситуациях, когда он терял членов своей семьи, жену свою. Мы с ним бывали в разных командировках, в том числе и колесили, наверное, в составе первой официальной делегации после развала Советского Союза, делегации Алтайского края по Монголии в сложных условиях. И я всегда отмечал в нем непосредственность, готовность всегда подставить плечо, вникнуть в твои проблемы и оказать помощь. Причем это не только тем, кто окружал его в работе, но и любому человеку в Алтайском крае. Вспоминали, вот, что бы надо сделать, как бы вот этот, как нам кажется, это самое. Ведь многое из того, что-то делалось тогда, сейчас берется на вооружение, прямо скажем. Вот. И, наверное, опыт бы, в том числе и его, мог быть и востребован, в том числе в сельском хозяйстве. Потому что мы, прямо скажем, не на вершинах успеха сельского хозяйства. Сейчас, по сравнению с теми годами, когда он руководил сельским хозяйством Алтайского, края. В то время мы производили, ну сколько я на память не помню, но 300 тысяч тонн мяса. Сейчас мы его не производим. Молока производили, мы были третьи в Советском Союзе по молоку, Алтайский край, под 3 миллиона тонн. Сейчас мы его не производим. Ну, соответствующее поголовье было, и все показатели были. И подходы были, как бы, может быть, несколько другие, чем сейчас. Ну, я имею в виду, в первую очередь, поддержку сельского хозяйства. Деревни расцветали, там, пик расцвета сельского хозяйства. Алтайский край, это, наверное, 89-й год. Вот, это как раз руководство Александра Григорьевича. Очень четко, ясно понимал, что надо делать в сельском хозяйстве. Он это и понимал, когда стал министром. Одним из первых министров сельского хозяйства Российской Федерации. И при нем первые ростки поддержки села начали зарождаться в России, в новую Россию. А то же было все куплено. Беседовали, пытались найти темы для оказания помощи нынешней власти, и законодательной, и исполнительной. Учитывая все-таки наш серьезный опыт. Его опыт, конечно, в сельском хозяйстве, мой область в экономике, в области строительства, дорожного строительства и так далее. Вот. В политику он, ну, прям скажем, не лез последний год. Вот. Потом у нас возраст такой же, прям скажем, малополитический, мягко говоря. Не хотим брать пример Соединенных Штатов Америки, возрастной пример. Вот. Очень жалко, что такой нелепый случай вырвал его как-то из наших рядов. Очень многие такие емкие аспекты вот, деятельности региона, формирования правового поля для организации органов власти края в этот период были сформированы именно под руководством Александра Григорьевича Назарчука. Но и
Главное, я скажу, что я себя лично, и многие мои коллеги считают Александра Григорьевича истинным учителем. Учителем, как себя, как вести себя как депутат, учителем по жизни. Вот именно этот человек в масштабе его разностороннего развития являлся для нас, является, будет примером тому, как надо работать вообще, как себя как депутат Краевого законодательного собрания, как руководитель соответствовать вот этому наименованию. Уже почти неделю мат в соцсетях под запретом. Чтобы теперь что-то написать и сказать, надо сначала подумать. Ведь отвечать в случае чего придется каждому пользователю интернета. Анастасия Дороган пообщалась с наиболее активными, чтобы узнать, как они относятся к новым правилам и к чему запреты могут привести. Люди, которые... Ладно. Фейерверк эмоций придется в себе подавлять. С 1 февраля материться в соцсетях запрещено. Подчеркнем, не только оскорбления, но и матерный выплеск. Воздух теперь табуирован. Администрации соцсетей и видеохостингов должны находить бранные выражения и блокировать. Чистка интернета, казалось бы, не нова, но впервые она касается любого случая упоминания мата. Это часть нашего языка. Но вопрос только, как это использовать. У нас и разные части тела есть, мы же их не выставляем на показ. Часть великого и могучего, но пользоваться матом нужно уметь, читают на кафедре литературы педуниверситета. Ценители творцов, среди которых тоже были любители брани, уверены, в книгах мир сконструирован. Мат появляется не просто так. В отличие от соцсетей с их потоком жизни, где главная цель – эпатировать. Эта лексика должна стать, ну, скажем, в художественном произведении, как плод чего-то, да, там, какого-то, может быть, даже избыточно эмоционального состояния. А здесь, опять же, повторюсь, да, это опасно просто от того, что мы имеем огромную толпу пользователей в соцсетях. И распространение такой лексики, оно, ну, приводит только лишь к еще более низкому уровню культуры. Страдают от этого главным образом дети, считает филолог, и признает, если бы на соцсети можно было наложить возрастной ценз, как на книге, это бы решило проблему. О детском факторе говорит и барнаульский блогер Софья Сапрыкина. Если это делают дети где-нибудь в ТикТоке, то, конечно, мне это слух режет, и здесь я против на 100%. Но когда нецензурную лексику используют уже взрослые, состоявшиеся люди, причем иногда очень здорово и интересно вплетая эту самую лексику в свою речь, то смотрится и читается очень даже как-то гармонично. Но, опять же, все должно соответствовать образу блогера. Мне нравится позиция, не нравится – не читай. Вот я за это. В жизни она старается обходиться без мата, а в соцсетях давно приучила себя не выражаться. Подписчики ей подстать. Ругательство в комментариях – скорее исключение. Но как быть руководителем соцсетей? Алексею Куриленку немного проще. У него паблик. Пост с бранью не пройдет, любители ругаться предупредят о санкциях. Но видео очевидцев аварии без матов не обходятся. А коммунальные, социальные или актуальные политические проблемы в культурном поле не обсудить. Здесь у мата незаменимая функция, считает Алексей. Я не могу выразить иначе все, что происходит у нас в стране. Ну, слово «плохо» здесь не подходит. Есть статья 31 Конституции, когда люди могут собираться мирно, там, выражать свою точку зрения. Но это запрещено все уже. На улицах нельзя собираться. И в интернете нельзя говорить свои мысли. То есть людям закручивают гайки везде, и это потом приведет к деструктивным последствиям, очень серьезным. Есть и другие любопытные статьи закона. Если вашу информацию расценят как призыв несовершеннолетних на противоправные действия или как недостоверную, придется отвечать. Если есть официальная цифра 500 человек вышло на акцию, то ты должен эту официальную двигать. Вот так. И ты не можешь исказить, там, если у тебя на фотографиях там видео от очевидцев тысячи идут, то есть ты не можешь иначе подавать. Это тоже ограничение. Если запрещенный контент появится в соцсетях, обычные пользователи ответят штрафом в 100-200 тысяч рублей. Юрлицам это обойдется дороже – от 3 миллионов рублей. Так что цена выразится от души – возрастает. Анастасия Дорога, Николай Шелко, «День с толком».
Растут и цены на продукты в магазинах в 7 раз выше, чем в Европе. Это говорят аналитики о росте цен на продовольственные товары в России в 2020 году. К слову, рост продолжился и в январе 2021-го. Что об этом феноменальном разрыве думают федеральные и региональные эксперты, сами жители края? И могут ли цены стать еще одним катализатором для выхода людей на улицы? За прошлый год цены на продукты питания выросли в России в 7 раз больше, чем в Европе. Данные обнародовал Росстат. В нашей стране рост составил 7,9%, тогда как в ЕС лишь чуть больше одного. Даже президент замечал. Это пандемия, не объясняешь? Причем без пандемии? Но цены скачут, как давление у больного. Яйца, масла, хлеб, конфеты, мясо, цены на сахар, песок и вовсе выросли на 71,5%. Это беспрецедентно, при том, что, как сказал президент, производство внутри страны покрывает внутренние потребности. Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко считает, что как раз стремление все свои потребности покрыть внутренним производством, даже вопреки здравому смыслу, и влечет за собой рост цен. Это как раз то, что называется импортозамещением. Мы, попросту говоря, покупаем втридорога то же самое, что могли бы покупать в Польше. Я могу, опять-таки, тоже привести одну из цифр. Значит, на сегодняшний день парная свинина в Польше дешевле, чем в России. Поэтому вот мы привозим из-за рубежа поросенка живка, ту самую свинину, здесь ее выращиваем, она стоит дороже, несмотря на логистическое плечо и, в общем, существенно более низкие зарплаты. А в Польше продукты дешевле, в том включает то самое мясное. Ряд экспертов уверяет, что и в обратную сторону работает так же. Мы слишком много продуктов импортируем. Потому растущий доллар и евро делают ценники в магазинах порой пугающими. Но именно поэтому продавцам зерна, как говорит экономист Анатолий Ишболдин-Кронберг, выгоднее продавать сырье на внешнем рынке. Прочие факторы роста цен, общемировая тенденция, увеличение потребления, удорожание топлива, дорогие кредиты для бизнеса, жадность. Все хотят подзаработать, и традиционно претензии в этом плане предъявляются к сетевым магазинам. Поэтому меры правительства, в частности, вот в прошлом году и в этом году в начале, они сосредоточены на разного рода переговорах, увещеваниях вот этих участников цепочки в том, чтобы они свою продукцию, во всяком случае, вот эти социальные, так называемые, набор продуктов, цены не повышали. При этом экономист считает, что никаких массовых волнений и рост цен не вызовет. Чтобы убедиться в этом, мы провели опрос. И действительно, некоторые потребители будто и не заметили, что десяток куриных яиц за год подорожал почти на 20 рублей. Меня не касается, я самые дешевые покупаю, поэтому... Спасибо. То есть вы вообще не заметили роста цен за последний год? Особо нет. Ну, нормальные цены. Конечно, некоторые повышенные. Рост цен на продукты продовольственные вы заметили? Да. В связи с повышением НДС и, в принципе, налогообложения в России. Но скажите, вы как относитесь к этому, во-первых? И, во-вторых, вам пришлось поменять свою потребительскую стратегию? Ну, смотрите. Ну, как естественно, любой человек, который не работает в правительстве и тому подобное, у кого доходы действительно, ну, ниже, естественно, ну, более, ну, отрицательно, чем, ну, люди, грубо говоря, ну, повыше классом. Правительство страны чуть ли не в ручном режиме пытается регулировать цены на социально значимые продукты. Но ученые и предприниматели напоминают о базе экономической теории. Попытка регулировать цены приводит только к одному последствию – дефициту. Андрей Дрейер, Александр Антропов. День с толком. Автомобилисты не могли не заметить, что стоимость и на бензин на заправках тоже подскочила. Теперь за литр придется заплатить на 20, а то и 50 копеек больше. Это вряд ли предел, уверены эксперты. Оптовые цены на нефтепродукты начали расти еще в конце декабря. Дело в том, что нефтяные компании сократили объемы производства. Им сейчас выгоднее продавать нефть за пределы России. Поэтому дефицит топлива внутри страны неизбежен, и цены начинают расти. Так можно ли стабилизировать ситуацию, или она будет лишь усугубляться, нам рассказал вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. То обращение, которое мы
передали лично в руки вице-премьеру Новаку на прошлой неделе с нашими предложениями о стабилизации рынка, об увеличении объемов продаж на бирже Санкт-Петербург, как раз может стабилизировать ситуацию. К сожалению, регуляторы о проблеме знают, занимаются, говорят, что мы все знаем, все понимаем, но ситуация в данный момент только ухудшается. Позитивных и положительных каких-то моментов по насыщению рынка, по стабилизации цен на сегодняшний день пока нет. Все же есть надежда, что правительство все же обяжет нефтяные компании выполнять свою прямую миссию, производить нефтепродукты, а не продавать нефть за пределы Российской Федерации при отсутствии достаточного объема предложений на рынке. Поэтому я думаю, что правительство вмешается, но у нас в крайнем случае, как всегда, ждем, либо дождемся того, что президент кулаком ударит по столу и все станет на свои места. Но сегодня ситуация очень непростая, я бы сказал, она критическая для рынка нефтепродуктов на всей территории Российской Федерации. Как думаете, сколько времени нужно будет ждать какого-то решения? Речь идет о месяцах или неделях? Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца ситуация вряд ли стабилизируется, потому что это не просто так открыл кран и топливо полилось. Это серьезно надо увеличить объемы производства. Кроме того, у нас ряд заводов на сегодняшний день находится либо в ремонтных работах, либо они просто выведены из строя по причине поломок. До драк, как в Хабаровске, у нас на Алтае может дойти? Да нет, до драк, я думаю, что у нас не дойдет, потому что у нас все равно ситуация несколько стабильней. Кроме того, у нас присутствие нефтяных компаний в регионе более существенно, чем в отдельных территориях. Поэтому единственное, что это может привести либо к остановке автозаправочных станций, либо к изменению розничных цен на АЗС частных операторов. Что крайне в данный момент, наверное, не вызовет особой радости у автовладельцев и у жителей региона. Поэтому мы надеемся, что ситуация стабилизируется в ближайшие, там, наверное, пару месяцев. И, может быть, вы более подробно хотите про свои предложения сказать? Ну, предложение в первую очередь запретить экспорт нефтепродуктов и нефти, увеличить объемы производства, увеличить объем продаж на бирже и стабилизировать цены на сбытах нефтяных компаний. Сбыты – это нефтебазы нефтяных компаний в различных территориях, где на сегодняшний день, как я уже сказал, оптовые цены выше розничных. И причем выше там не на 5 копеек, а эти цифры уже уходят в рубли. Квитанции с заоблачными цифрами за комуслуги получили барнаульцы за январь. Дороже всего обходится отопление, причем тариф не изменился. Мало того, с июля в Барнауле он снизится на 109 рублей. Об этом в четверг заявил замначальника краевого управления по регулированию цен и тарифов. Одна из ключевых причин – снижение стоимости угля. Почему же цифры в платежках в новом году вряд ли пойдут на спад, расскажем далее. 1 июля в крае изменятся коммунальные тарифы, но разницу жители вряд ли ощутят, считают чиновники. Средний рост в регионе составит 2%, до 6% в большинстве муниципальных образований, их 384. Непривычные цифры в квитанциях люди уже получают, но компенсация будет. Величина, выше которой любой рост платы граждан должен быть компенсирован. Вот на сегодняшний день 79 муниципальных образований в Алтайском крае, где реальный рост тарифов приводит к повышению платы граждан больше, чем на 6,2%. Соответственно, он должен быть компенсирован. Сегодня принята схема, когда эта компенсация выплачивается из средств местного бюджета. И все еще есть территории, где тарифа нет. Например, Первомайский район. Там нет единой теплоснабжающей организации, так же, как и в Волчинском. В последнем из-за этого возникают проблемы при перерасчете. Жителям Волчихи за январь начислили сумму в 2-3 раза меньше, чем должно быть. Возместит их также местный бюджет. Размер недоплаченных субсидий от 2 до 30 тысяч рублей. Еще в одном проблемном пункте, Яровом, подорожание тарифа ждут с ужасом. Квитанции потяжелеют по подсчетам жителей где-то на 1000 рублей. Если также оборудование не будет меняться, ну извините, а на каком основании тогда вы повышаете?
Вы куда денежки аккумулируете и почему тогда нет ничего? Да, край, он все-таки там поддерживает нас и смотрит, и уголь, и тому подобное. Но надо смотреть корень, чтобы вот этого не было каждый год. Давайте менять оборудование. Нормативы пересмотрели и за вывоз мусора. Дифференциации город-село больше нет, но появилось деление по типу домов. Жильцам квартир определили норму в 121 литр с человека в месяц, частных домов – 125. А вот у предложения платить за вывоз по факту вывезенного объема есть трудности. Те контейнерные площадки, где будет по факту определяться объем отходов, они должны очень четко быть закреплены за тем кругом потребителей, жителей, которые относятся к этим контейнерным площадкам. Потому что если будет кто-то сбрасывать свои отходы в эти контейнеры, то люди будут платить больше. А еще стоит учесть количество проживающих. И в целом оплата по факту будет возможна при раздельном сборе мусора. Но инфраструктура территории к этому пока не готова. Так что платежные документы на коммуналку в этом году явно еще не раз удивят жителей края. Анастасия Драган, «День с толком». Уже сегодня большая часть средних школ края возвращается к шестидневной учебной неделе. Напомним, с начала учебного года по субботам школьники либо не учились совсем, либо занятия проходили в дистанционном формате. Оказалось, что многие родители к возвращению на шестидневку относятся отрицательно. В чем причина и что думают по этому поводу педагоги и руководители учебных заведений, выяснял Илья Кочетков. Те, кто против возвращения на шестидневку, имеем в виду родители, много. Но, говорит на камеру, они отказываются. Пообщаться с одной из мамочек нам удалось лишь по телефону и только анонимно. Женщина, назовем ее Светлана, считает, что школьники слишком загружены и им стоит больше отдыхать. Дети, особенно кто в первую смену учится, кто начальные классы, ну, они высыпаться должны, это первое. Вот, хотя бы вот 2 дня они должны поспать там не до 7, а до 9 хотя бы часов. Это уже как-то организм восстанавливается. Плюс какие-то секции у детей, опять же, там в бассейн нужно сходить, еще куда-то, пытаешься как-то на субботу. Иван Гребенкин, замдиректора по учебной и воспитательной работе гимназии номер 42, говорит, недовольных учебной субботой родителей действительно много. С кем-то приходится даже лично общаться и пытаться договориться. Но школа все равно перейдет на очное обучение. Правда, в 42-й период удаленки использовали с пользой, отточив дистантные технологии. Это не будет нам шокирующей новостью, как это было весной прошлого года. У нас сейчас есть свой образовательный портал, на котором зарегистрированы все дети, все учителя, разработаны все инструкции, отработаны все инструкции, как работать, как выполнять задания, как пересылать. Директор 40-й гимназии Александр Овсиевский – сторонник очного обучения. Уверен, полноценно учиться на дистанте способны единицы. Поэтому дистанционка, по его мнению, должна быть лишь исключением из правил. Не каждый ребенок сразу же сел и начал слушать, и включился в процесс. Кого-то надо, так сказать, вернуть в истинное, так сказать, время сегодняшнее, чтобы он, так сказать, он думает о чем-то другом и так далее. Поэтому, конечно, дистанционное обучение, оно расхолаживает. В Минобре региона нам пояснили, что если кто-то из родителей и учащихся вдруг забыл, дистант по субботам ввели, когда полную удаленку в школах отменили, но при этом количество заболевших оставалось высоким. Неучебная суббота была необходима, чтобы провести дополнительную санобработку. Уроков в остальные дни стало при этом заметно больше. Теперь же, когда заболеваемость спала, можно вернуться к прежнему расписанию. Сегодня не создавать условия детям, чтобы увеличивать количество часов в течение учебной недели, которая рассчитана на 5 дней, освободив таким образом 6-й день, да, чтобы облегчить им ту нагрузку, которая у них есть на сегодняшний день. Поэтому вводится 6-й день, как положено в соответствии с 6-дневной учебной неделей. Она подчеркнула, каждая школа принимает решение, выходить в субботу или нет, самостоятельно. Правда, большинство учебных заведений, как мы поняли из общения с руководителями, возможностью использовать 6-й день для учебы воспользуются. А на 5-дневку будут переходить лишь, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. И в этом случае в лучшей ситуации окажутся школы, которые смогли отточить методы дистанционного обучения. Илья Кочетков, Александр Антропов, «День с толком». Это были самые важные новости минувшей недели. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545.
Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде, спонсор прогноза компания «Эвалар».